Здравствуйте! В эфире служба новостей «Город», в студии Виолетта Гришина. Сегодня я и мои коллеги вспомним самые яркие события 2011 года и расскажем вам, чем запомнился он нам, корреспондентам редакции. Итак, смотрите сегодня. 2011 выдался для Калининграда богатым на митинги. Признаюсь, я сама плакала, когда наш флагман отшвартовывался от родного причала. С губернатором Николаем Цукановым. Весь день мы провели на природе. Когда ты хлопаешь, я все время забываю текст сразу тут же. Нет, меня убьют, опять скажут, что я сильно эмоционально. Дайте я спокойнее скажу. Мы ездили в Польшу на захватывающее шоу, причем спортивное. Love you. год можно назвать по праву самым громким годом. Он как никогда был богат на пикеты и митинги. После выборов 2011-го волна протеста прокатилась по всей России. Калининград не стал исключением. За митингами в нашем городе следила Мария Постникова. Ей слово. 2011 выдался для Калининграда богатым на митинги. Весной жители города не раз выходили в защиту животных, летом против строительства БАЭС. Осенний скачок цен на бензин заставил выйти с плакатами водителей. Но самыми массовыми все же были декабрьские акции протеста. В эпицентре событий удалось побывать и мне. Свободные выборы! Вслед за Москвой волну протеста против результатов выборов в Госдуму подхватили и калининградцы. 7 декабря они вышли к памятнику Родины-Мать с требованием вернуть свои голоса и право выбирать власть без всякого давления. Очень порадовался вчерашним событиям в Москве. То есть мы с вами видим впервые за последние, может быть, там 20 лет за зарождение гражданского общества в нашей стране. И, конечно, радуюсь, что вышли не профессиональные митингующие, а обычные люди. Обычных людей в тот день здесь собралось сотни две, а может и больше. По мере того, как к памятнику подтягивались новые участники, заметно активизировались и сотрудники полиции. Около 6 вечера за оцепление уже никого не пускали. По словам очевидцев, человек 10 из митингующих посадили в полицейские уазики и увезли. За мирное собрание им пришлось отсидеть по 10 суток. Массовых столкновений в тот день зафиксировано не было. Без инцидентов в Калининграде прошла и следующая акция протеста. Правда, она больше походила на флешмоб. А как потом напишут интернет-издания, наш митинг был самым молчаливым. На площадь Победы 11 декабря люди шли в марлевых повязках и с белыми ленточками. Через неделю после официального голосования калининградцы провели альтернативное. Обошлись обычной урной для мусора и бюллетенями с лозунгами вместо галочек. Порядок на выборах обеспечивали больше 50 сотрудников полиции и еще с десяток представителей местных СМИ в роли наблюдателей. Ни одного нарушения на избирательном участке напротив здания мэрии зафиксировано не было. Здесь присутствуют люди различных взглядов, различных убеждений, голосовавшие за разные партии, кроме партии жуликов и воров. В следующий раз сторонники разных партий и просто активные жители города собрались на площади Василевского в субботу, 17 декабря. Митинг был санкционированным и самым массовым по сравнению с предыдущими. Но главной миссией все же было показать свою солидарность с жителями всей страны. Такие акции прошли по всей России. Если хватит разума у сегодняшнего партийного большинства, нужно отменять итоги выборов, нужно увольнять лиц виновных и возбуждать расследование виновных в фальсификациях, отстранять главного руководителя выборами, это Чурова, отстранять региональных руководителей выборов. Того, кто будет у руля, калининградцы хотят выбирать сами. Кандидатов много, но доверие народа еще надо завоевать. Калининград митингующим таким запомнился мне в этом году. А мою коллегу Наталью Сидорчук 2011 удивил своими новшествами. Передаю слово ей. Первоклассники теперь будут учиться по новым стандартам, а ГИБДД осваивает новую технику. Еще одно новшество – инициатива Дмитрия Медведева. В школу теперь будут принимать по территориальному признаку. Тот, кто ближе, тот и первый в списке. Раньше родители сами решали, отдать своего ребенка в гимназию или обычную школу рядом с домом. Теперь шансов попасть в элитное учебное заведение у многих стало меньше. В первую очередь туда будут принимать детей из близлежащих домов, остальных, если будут свободные места. Директора школ, правда, считают, что так было и ранее. С нового года за каждой школой будет закреплен свой микрорайон. Власти надеются, таким образом уменьшатся очереди при записи в первый класс. Родители же считают, что это ограничивает их права. И школы должны быть одинаковыми по уровню предлагаемого образования. Пока одни родители только выбирают будущих учителей для своих детей, другие уже познакомились с новыми стандартами образования. С этого года по ним начали учиться все первоклассники города. А чтобы родители лучше поняли, как учат их детей, их самих посадили за парты. Кто пойдет к доске и нам покажет?
В каждом кабинете доски теперь две – обычная и интерактивная. Для простейших операций используется современный раздаточный материал. Хотя взрослым он давно знаком. Это обычный конструктор, кубики и деревянные кружочки. Они используются как для решения примеров, так и для связи с учителем. Если ученик поднимает зеленый кружок, значит он справился с заданием. Красный – есть проблема. Учились в этом году не только школьники, но и солдаты. На одном из полигонов прошли учения единственного в нашей области танкового батальона. Будущие танкисты отрабатывали стрельбу по мишеням. Да. Дальность поражения 5 километров. Этот танк весит 46 тонн, а ездит со скоростью 70 км в час. Т-72 – самое распространенное оружие этого класса в мире. Также танк оснащен пулеметом, который делает 400 выстрелов в минуту. Стрелять из него может только командир. Чтобы его не оглушило, надевает специальный головной убор – шлемофон. С помощью него с ним связывается и командующий. Для многих солдат танковый батальон – детская мечта. Одно из элитных подразделений. На этих учениях солдаты доказали, что элитным оно считается по праву. Сдать этот экзамен смогли все солдаты, они со своей техникой знакомы давно. А вот сотрудники ГИБДД приняли на вооружение совершенно новое оборудование. Камеры, базы данных и новые алкотестеры. Все это должно бороться с нарушениями не только на дорогах, но и среди самих инспекторов. Внутри салона снимает водителя и снимает сотрудника полиции. Также одна камера стоит, которая снимает все, что происходит перед патрульным автомобилем. Улыбнитесь, вас снимают. Теперь съемка в салонах патрульных автомобилей стала официальной. В каждой машине ДПС появилась система видеорегистраторов. Наблюдать за тем, что происходит внутри и снаружи, могут работники дежурной части. Камеры включаются и выключаются автоматически без участия сотрудников полиции. Здесь уверены, видеозаписи помогут не только при решении конфликтов, но и в борьбе с коррупцией в рядах самих инспекторов ГИБДД. Таким этот год запомнился мне. Он был нелегким, но очень разнообразным. Надеюсь, и в следующем нас ждут новые интересные события и мероприятия. А я передаю слово своему коллеге Алексею Колодкину. Ну а в отличие от моей коллеги, которая весь год провела в привычной для себя роли корреспондента, я ощутил на себе всю ответственность, которую в съемочной группе берет на себя оператор. В июле этого года вместе с редактором и корреспондентом Екатериной Горюшинской мы ездили в Польшу на захватывающее шоу «Ловлю янтаря». И если в Калининграде янтарь принято добывать, то в Польше им сначала разбрасываются, ну а потом собирают. Чего ради такая забава, мы и пытались выяснить. Долгое время съемочные группы не понимали, как будут добывать янтарь, зачем здесь мусорные мешки и почему вокруг всего такой ажиотаж. Все началось с маленького пакетика, который впоследствии пытался снять каждый оператор. А журналисты постоянно кричали: «Смотри, смотри, он высыпает». Все это, конечно, осталось за кадром, но весь процесс для русских и всю суть на родном польском пытался объяснить организатор. Какое количество янтаря будет разбросано в мусоре, мы не особо задумывались. Просто поделили общее количество на количество участников. Получилось по 120 граммов на человека. Так уже и 13 лет не меняется. Корреспонденты наши тоже ловили янтарь, поймали несколько граммов. Но в Калининград его так с собой не взяли. Наверное, потому что живем мы в крае, добывающем солнечный камень. А значит, выловим его и у себя. Тем более, что после этой поездки российские организаторы пообещали провести чемпионат в 2012 году у нас, в Янтарном. И это не все обещания, которые мы получили в августе этого же года. Нас пригласили в Гданьск, опять же в Польше, на Доминиканскую ярмарку. Сотни тысяч туристов и десятки корреспондентов приехали на главную площадь, чтобы осветить это мероприятие. И каждый корреспондент считает своим долгом записать так называемый стендап, то есть рассказать зрителю, что же сейчас происходит у него за спиной. Открывает Доминиканскую ярмарку вот это праздничное шествие. Здесь и гигантские куклы, и пираты, и даже первые лица города. Но главным символом всего мероприятия считается петух. Записать у нас получилось дубли 6-го. То отгоняла полиция, то от страха корреспондент постоянно сбивался. Но все-таки получилось. На ярмарочную площадь Гданьска со всех сторон страны и Евросоюза приехали народные умельцы, фермеры, музыканты и туристы. Но каждый корреспондент, а тем более оператор, знает, у кого стоит брать интервью. Конечно же, у сельхозпроизводителей. Название «Доминиканская ярмарка» получила в честь ордена святого Доминика. И каждый житель Евросоюза считает своим долгом посетить эту ярмарку, чтобы набраться, так сказать, хороших впечатлений на весь год. Мы увезли с собой в Калининград хорошее настроение. Вот таким запомнился нам этот год. Ольга, а чем же он запомнился вам? Алексей, минувший год для меня тоже был годом путешествий, правда, более глобальных. Я переехала в Калининград, как здесь говорят, из России. И, конечно, первое, что врезалось в память, это калининградская погода. Город встретил дождем. Июль. Про то, что Отто дойдет до Калининграда, синоптики, конечно, предупреждали. Об этом знали все, но многие оказались не готовы. В первую очередь подмокла репутация коммунальщиков, а вместе с ней и стены домов.
Это невозможно. Вот видите, стены здесь какие. И здесь все течет. И здесь вода. Ярким оказалось мое знакомство не только с местными достопримечательностями, но и с губернатором Николаем Цукановым. Весь день мы провели на природе в одном из колхозов области. Во время разговоров о картошке губернатор продемонстрировал свои гастрономические предпочтения. Ну, не очень вкусно все равно. Вот те огурцы из детства, которые мы всегда ели в нашей теплице. Экстрасенсорные способности. Сколько простояло в ведре? Два дня. Я вижу, что не свежее. А также то, что не бывает недостижимых высот. В тот день места у конвейера хватило всем, хоть и объемы производства с помощью губернатора не сильно возросли. А уже в этот объект свои силы вложил практически весь столичный бомонд. Никас Сафронов, Андрей Малахов, супруги Макарские такой концентрации звезд на квадратный метр в Калининграде, пожалуй, еще не видели. От приятного к полезному. Занозы в сентябре атаковали не одни звездные руки. В Калининграде возводили храм за 24 часа. Это потрясающе. Это вот, как мне сегодня рассказали, с 16 века эта традиция. В 7 городах совершенно разными людьми, разных сословий, разных жизненных условий, и заключенные, и в каком-то городе милиционеры, орденоносцы, и люди известные, популярные. Ну а чтобы накормить звездную армию, солдат Александр Шпагин 5 часов варил 40 килограммов гречи. По современным ценам почти золотой запас. Попробовать же армейскую классику отважилась лишь Корнелия Манго. Ну а я в наступающем новом году рекомендую вам не отказываться от экспериментов. Слово моей коллеге Татьяне Ожеговой. Лично мне этот год принес немало ярких эмоций. Чтобы рассказать обо всех, не хватило бы и целого фильма. Ведь каждый сюжет – это история одного человека. Но начать я хотела бы с близкой лично для меня темы. В Балтийске на военные учения отправлялся наш сторожевой корабль «Ярослав Мудрый». Стройные ряды офицеров, за спинами которых стояли их жены с детьми. Эта картина затронет сердце любого зрителя. Признаюсь, я сама плакала, когда наш флагман отшвартовывался от родного причала. Когда мы приехали в Балтийск, я обратила внимание на девушку с коляской. Как позже выяснилось, это жена одного из офицеров. Скажу сразу, что пробыли мы на съемках больше полутора часов. Все это время Юлия Мишина простояла на пристани за спиной своего мужа, командира боевой части Николая Мишина, а потом не смогла сдержать эмоций. Больше всего меня потрясла скромная обстановка офицерских кубриков и кают-компаний. Стало обидно, что долгие месяцы плавания и даже Новый год моряки проведут в обстановке полного минимализма. Из 132 членов команды в полном комфорте будет жить лишь кот Эдик. Ему мы тоже пожелали удачных ракетных стрельб и успехов в водах Северного моря. В 2011 году я познакомилась с Гришей Ивановым. Мальчик с синдромом Дауна нашел себе необычного лучшего друга. Лошадь Мальта, еще и отличный доктор. Каждую неделю Гриша приезжает на конюшню на сеанс ипотерапии. Ребята с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП здесь забывают про свой диагноз. Рядом с ними абсолютно здоровые дети. Родители специально приводят их сюда, чтобы научить общаться. Здесь нельзя остаться равнодушными. Смех сквозь слезы, по-другому не скажешь. В минувшем году журналистская судьба сводила меня с бесчисленным количеством интересных людей. Один из них – Александр Шалопуха. Спортсмен-одиночка мечтает перебежать Сахару. Каждый день в 6 утра он начинает утреннюю пробежку. В среднем ежедневно он пробегает около 20 километров. Говорят, что я с ума сошел, но поддерживают. Удивляют не только люди, но и идеи, которые приходят им в голову. Выставку «Цветной лед» сотрудники Музея Мирового океана решили экспонировать в трюме научно-исследовательского судна «Витязь». А это 5-6 лестниц вниз с палубы корабля. Здесь пришлось изрядно померзнуть, зато мы увидели русалок. Но это не стало главным чудом прошедшего года. Главное, что мне удалось пронзить пространство. Одновременно я общалась со своими коллегами, которые находились в Кирове и в Нижнем Новгороде. В сюжете про елочные базары я оказалась уже несколько эмоциональнее. Было очень холодно, было мало времени, и так хотелось передать новогоднюю атмосферу, что я просто перестаралась. Продавцы говорят, что за час работы они продали аж 12 подобных деревьев. Конечно, это не все мои любимые сюжеты. Их было очень много. Всех героев своих сюжетов, всех зрителей службы новостей «Город» я поздравляю с Новым годом. Берегите своих близких, дарите подарки детям и лишний раз позвоните родителям. С праздником! Слово моей коллеге Полине Степанюк. В 2011 году я открыла для себя новую профессию корреспондента. Наверное, руководство заметило мою страсть копаться в деталях и экспериментировать.
Именно этим я и занялась на своем первом задании. Сейчас закон ввели новые такси. По идее, должны были 1 сентября ввести, а что-то как-то вообще тихо. Ну, ни один гаишник никто не остановил, ничего не спросил, вообще ни слова. Без счетчиков, к примеру, у нас, наверное, около 10 компаний, которые работают именно без счетчиков. То есть это все законно, официально, да? Да. Любая контора, где есть счетчик, там они все либо накручены, либо еще. Этот эксперимент мы записывали еще до того, как закон о такси вступил в силу. Теперь водители должны иметь лицензию, счетчик и другие условия. Но, как оказалось, соблюдать правила спешат немногие. А лицензия есть у вас? А зачем вам лицензия? Ни у кого сейчас нет ни лицензии, ничего вот нового. После того, как я разобралась в законах, я решила изучить музыку. В Калининград на международный конкурс органистов приехала группа из Японии «Хиде Хиде». Они произвели на сцене настоящий фурор. В этом им помогла органистка Хироко Иноуэ. «17 мгновений весны» на национальных инструментах – это еще не все, чем удивляли на этом конкурсе. Гость из Грузии на дудуке исполнил песню 13 века. Оценку «отлично» можно было поставить и калининградцам. Во второй половине декабря мы снимали новогоднюю акцию «Украсть свой дом по-европейски». Претендентов было много. Одни вырезали из бумаги узоры на окна, другие украшали балкон и разжигали камин. Кстати, у одного из героев я подглядела, как оригинально можно украсить свой дом к праздникам. Но больше всего меня поразила Нина Ткаченко. Она повесила на елку ядовитые цветы. В Америке и в Европе это ядовитые цветы, ими украшают там тоже рождественские венки, елки, ну и дома. Тоже покрывают блестками их, но у нас они искусственные, не настоящие. Отходя от новогодних огней, хочу пожелать, чтобы в вашем 2012 году сошлись все звезды. Кстати, о звездах. В 2011 с ними тесно общался наш корреспондент Денис Саландин. Ему слово. Уходящий 2011 был годом ярким, насыщенным и звездным. Каждый месяц и не по одному разу в наш город приезжали представители российского и зарубежного шоу-бизнеса. С ними успел пообщаться и я, Денис Саландин. Одна из первых и значимых для Калининграда в начале весны появилась модная певица Нюша. Самая популярная по версии различных музыкальных каналов и печатных изданий оказалась востребованной лишь только у 20 школьниц, которые пришли на ее концерт. Родители, которые привели юных поклонниц, были крайне недовольны почитательницей своих чат. Заплатив за билет от 800 рублей, концерт продлился всего 40 минут. В отличие от популярной сегодня Нюши, заслуженная артистка России Светлана Светличная на своей творческой встрече в рамках «Балтийских дебютов» собрала полный зал поклонников. Можно я сейчас вне нашей вот этой программы? Я хочу прочитать стихи. Светлана Афанасьевна читала стихи, пела, танцевала и вспоминала о самых ярких моментах в своей карьере. Впрочем, то же самое делала и скандальная балерина Волочкова. Так получается, что поскольку я стала известным человеком, то любое событие, которое происходит в моей жизни, журналисты так или иначе, они все равно обращают в какой-то вымысел и стараются вокруг этого, ну, то есть внимание настолько привлечь, чтобы это событие превратилось действительно, как вы говорите, в скандал. Не танцевать мы не умеем, не кататься, зато отличный получается пиар. Волочкова удивила всех своим пением, а запрещенная в 90-х певица Вика Цыганова, которая распевала про русскую водку, своей набожностью. Дело в том, что я, во-первых, человек верующий и замужний, да, я живу замужем. Мне человек, он является и моим наставником, и мужем, и дирижером, и поэтом, и режиссером. Я, собственно говоря, выполняю его волю достаточно смиренно. Хотелось мне петь джаз или английскую музыку, но вот я пою то, что я пою. В отличие от Цыгановой, эпатажный Шура поет, что хочет, и ведет себя так же. В Калининграде он появился в сентябре, дал получасовой клубный концерт в дешевом наряде, купленном в одном из магазинов города. Платье купили вообще 600 рублей. Вот, оказывается, его продавали не той стороной. Да, и все девки мерили и не понимали, почему ни***ки не влазят. А дуры, говорю, не той стороной, вот так надо.
Андрей Малахов, Валерий Меладзе, София Ротару, Пенкин, Казаки. И это далеко не весь список артистов, которые во время своих звездных турне успели заглянуть в наш город. Самый западный регион России посетили и зарубежные знаменитости. Среди них дуэт «Снэп» и легендарная «Соник». Вот таким вот запомнился мне Денису Саландину уходящий 2011 год. Наверняка для Татьяны Карахановой год был другим. Татьяна, тебе слово. 2011 год и правда был для меня богат на события, замечательных людей и открытия. В этом году Балтийский флот отметил свое 70-летие. К юбилейной дате готовились по-особому. На парад приезжал сам президент Дмитрий Медведев. Репетиции с участием военной техники начались за неделю до главного мероприятия. Отличить повтор отработанных действий от настоящего праздника было практически невозможно. Высадка морского десанта – самая зрелищная часть парада. Этим ребятам подчиняются все стихии – воздух, земля, вода и, конечно, огненный нрав бойцов, элиты военно-морских сил и смертельное оружие для противника. Натиск, решительность, стремительность атаки и девиз «Где мы, там победа». Глядя на молодых бойцов, воины Великой Отечественной вновь почувствовали себя героями. Хочется прям вот нырнуть, хочется. Вспоминаю, сердце щемит, конечно, что годы уходят, но надо считаться. Жизнь есть жизнь. Парад боевой мощи сменился для меня снова парадом мощи, но уже человеческой. В Калининграде состоялся конкурс на Кубок области по бодибилдингу. Много именитых приглашенных гостей, красивые мужчины и отличное настроение царили тогда в зале железнодорожников. Все спортсмены в отличной форме, только далась им такая физическая привлекательность неимоверным трудом. В кулуарах еще до подведения итогов все знали, что чемпионом станет Симонов. 3 года для этих соревнований Сергей переходил из другой весовой категории. Набрал 25 кило, год сидел на жесточайшей диете, много качался, а все ради 2 минут на сцене. В рационе только вареная курица, яйца и творог. Никакого мучного, сладкого и жирного. За красоту приходится платить. Спортсмены одинаково мечтают о медали и о вкусной еде. Первых булочки, булки. Обыкновенный даже просто хлеб. Картошки хочется. На конкурс в Калининград приехали именитые гости. Кумир для всех участников Михаил Кокляев. Самый титулованный силач России. Он самый сильный в стране и даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Но такие достижения среди наших дам теперь не в моде. У нас женщины как-то больше тему Билана любят. Настоящий цирк в этом году устроили чиновники в поселке Нивинское. Местные школьники ради уроков каждый день рискуют своей жизнью. 2 школы, в которых попеременно проводятся занятия, разделены федеральной трассой. В ноябре 2 девочки попали под машину. Накануне Елена Залесская так и не дождалась дочь с уроков. Проводила ребенка в школу. Потом звонок. Сказали, что моего ребенка сбила машина. Я потом ничего не помню больше. Я вспомню только, как мы приехали в больницу. Как ее начали осматривать врачи. Когда я здесь бежала, я не могла на асфальте найти своего ребенка, который лежал на асфальте. Вика была вместе с одноклассницей. Девочки переходили дорогу по пешеходному переходу в 8 утра. Водитель тонированной иномарки объяснил, он просто не увидел школьников. Ведь как раз в это время в Нивинском отключают уличное освещение. Стоит сказать, что светофор в поселке Нивинское так до сих пор и не поставили. Наблюдая над происходящим, невольно задумываешься о тех временах, когда не было ни автомобилей, ни федеральных трасс. Вот бы машину времени. Оказалось, она существует. К такому феноменальному выводу пришел калининградский ученый Артем Юров. Он совместно с испанским физиком Педро Гонзалесом выдвинул теорию, что прыжки во времени реальны. Доказательства, сама наука и точные уравнения. А по словам гения физики Артема Юрова, верить можно только им. Теория относительности подтверждает еще до недавнего невообразимую реальность. Гравитация – это не сила притяжения, а прежде всего искривление пространства, в котором, согласно теории, и образуются тоннели, или по-научному – кротовые норы. У нас есть точка А и точка Б. В общих условиях мы вот так вот можем до нее долететь. А могут существовать такие структуры, что вот эта точка и точка Б соединены таким дополнительным туннельчиком. Его вот и называют кротовина. Вот. Говорят астрономы касаемо темной энергии, но такие штуки реально должны быть. Физика их предсказывает. Я с ужасом об этом вам сообщаю. С ужасом. Машина времени может появиться не раньше, чем через 15 лет. Ну а я уже в следующем году желаю вам потрясающих открытий, замечательных людей, а главное – хороших новостей. Татьяна Караханова, Кирилл Макаров. Служба новостей «Город».
Ну а мне 2011 запомнился хорошей погодой, отличным зрителем и предложением от моего работодателя стать ведущей службы новостей «Город». Поздравляем всех зрителей Первого городского канала с этим замечательным праздником. Пусть Новый год принесет вам только хорошие новости. Спасибо, что вы были с нами, и увидимся.